Waar is het? Hello. Hello. Beautiful. You can take this. Hop. Send me. Ah, it's video. Nice video. Паша? А зачем мы можем? Привет. Ара, ты цуца талис техоски, но я скам сен сен. Дёгум эс? Гопро цуца. Там миллион эль калик. Сколько стоит это? Ага, я тебе замерзу. Канал сколько стоит? Не знаю, не продам. А мы не хотим. А мы не купили. А это искусственное написано водохранилище? Ну, искусственное, короче, озеро типа. Ну да, да, понятно. Бетон. А дальше куда? Вот по набережной, что-то по набережной, не поняла. Куда дальше ты идти? Сказали вход? Ну да, тут все хвалят. Турист информационный центр, между прочим. Он открыт, пойдем взять. Пойдем. Здесь можно взять в прокат всякое. Я бы в таком пожил. И... Ну это вообще-то не для жилья, дом так-то. Ну да, я понимаю. Я уже иду по лестнице, ты что? Белорусский.
бог его знает. Амфитеатр. Вот, мы еще не дошли? Нет. Идите прямо, а затем перейдите дорогу. Надо было вон бесплатно заселиться на второй этаж. Да и все. Сэкономили бы день. Ну, это 1850, грубо говоря. Вот. На ночь. Ну, немало. Вот смотри, целый дом можно было занять бесплатно. Ну правда, там, наверное, воды нету. Зато там есть ремонт обуви. Но закрыт.
Да. Вот это? Да, не висите вот это. Ну вот. Вниз там как-то. Ну, короче, не до дома, а там, где мы пересаживаемся, еще потом. Да, я понимаю. Вот этот дом интересный. С деревянными балконами. Так что я думаю, что может правда перекрестить. Вот слева еще один супермаркет. Абрикос, кстати. Это кинотеатр был вообще-то. И назывался он «Дилижан». Ничего. Видишь, написано. Читать не вижу. We'll be right back.
А теперь все подпрыгните. Ну хотя бы кто может подпрыгнуть. Нет? Я видео сниму.